Сьогодні стало відомо, що суд заарештував рахунки Луганського енергетичного об'єднання за позовом держпідприємства «Енергоринок». Він вимагає, цей енергоринок від ЛЕО, погасити борги, загальний розмір яких становить майже 5 мільярдів гривень. Як повідомлялося, станом на 1 січня цього року борг ЛЕО перед енергоринком становив близько 4,7 мільярдів гривень. Споживачі заборгували компанії близько 5,5 мільярдів гривень, з них понад 80% – це борг от саме неконтрольованої частини Луганщини. З нами на лінії зараз генеральний директор ЛЕО Володимир Грицай, він скайпом увімкнувся до нашого живого ефіру. Пане Володимире, доброго вечора. Добрий вечір. Владимир, разъясните нам, что означает эта информация конкретно для вашей компании и для луганчан, которые, по сути, получают электричество от вас. ЛЕО как и каким образом сможет работать дальше и обеспечивать энергетическую безопасность нашего региона? Добрый вечер еще раз. Спасибо за поставленные вопросы. Спасибо, что нас слышат. Хочу прокомментировать ту ситуацию, в которой находится наше предприятие. И это уже не первый раз. На сегодняшний день предприятие действительно поставлено на грань финансового краха. Это угрожает энергетической безопасности всей Луганской области. Не по нашей вине. На сегодняшний день долг предприятия, как вы правильно озвучили, перед государственным предприятием «Энергорынок» составляет порядка 5 миллиардов гривен. Долг наших потребителей составляет порядка 5,5 миллиардов. Основной долг – это долг порядка 5 миллиардов, это долг неконтролируемой стороны. С начала военных действий на территории Луганской области мы неоднократно обращались в высшие органы власти государственной по поводу того, что происходит, происходят поставки на неконтролируемую сторону, естественно, оплата оттуда не происходит. Действительно, на сегодняшний день арестованы, со 2 февраля арестованы все счета предприятия. Ни копейки денег, ни одной проплаты, ни командировочных, ни литра ГСМ мы не можем, не имеем возможности купить. Что еще дальше можно объяснять? На сегодняшний день, видя, что творится за окном, дай бог, чтобы ничего не произошло, потому что реально у предприятия нет ГСМ, чтобы выехать и ликвидировать последствия аварии, каких-то обрывов или еще чего-нибудь.